В нашем городе завышены тарифы за централизованное отопление и составляют 3116 рублей за 1 гигакалорию. В среднем за трехкомнатную квартиру общей площадью 60 квадратных метров оплата составляет до 6000 рублей. Это при средней зарплате от 8 до 12 тысяч и средней пенсии от 6 до 10 тысяч рублей. Хочется жить достойно в нашем государстве. Помогите нам в решении нашей проблемы. По данной проблеме было проведено 3 официальных митинга, но местные власти не решают этот вопрос. Просим вас помочь нам решить эту проблему. В многоквартирных домах происходит начисление за неоказанную услугу по централизованному отоплению за места общего пользования в отсутствии радиаторов отопления. На местном уровне проблема не решается уже в течение 3 лет. Вы – наша последняя надежда.